Годовой отчет о работе администрации представил сегодня Алексей Изотов депутатам. На 42-м заседании Горсовета присутствовал также министр промышленности и инновационной политики республики Алексей Карпухин, руководители предприятий и общественных организаций. Глава администрации рассказал, что проблема с загруженной очередью в детские сады решена. В 2015-м реконструировано 2 детских сада, открыты группы для дошкольников в 3 школах. Всего за несколько лет в городе построено и реконструировано 18 зданий для дошкольников. Началось строительство школ в микрорайоне 7Б с бассейном. Будут выделены федеральные деньги. Планируется построить школы в западном и прибрежном микрорайонах, а также в поселке Шахтау. По программе капитального ремонта отремонтирован 91 дом на сумму 300 миллионов рублей. В этом году финансирование ожидается на 50 тысяч больше. Сдан социальный дом по адресу улицы Юрматинская, 16. Открылась аллея пожарных, установлен памятник детям войны. 2015 год для социальной и экономической сфер выдался плодотворным, считает и председатель Горсовета. Реализовать намеченные планы и проекты получилось во многом благодаря слаженному взаимодействию и взаимопониманию. Отчет главы администрации и отчет председателя совета, они как бы переплетаются во многих местах, потому что мы команда одного города, и мы работаем над общими вопросами, которые на сегодняшний день возникают. Поэтому здесь, наверное, вот тот принцип, который у нас был, единая команда, мы его пронесли, я считаю, с честью до конца. В 2015 году депутаты провели 10 заседаний, на которых принято 100 решений. Депутатский корпус сформирован в 2012 году. В него входят 24 народных избранника, представители двух фракций.